Каким будет паводок в Хакасии, пока непонятно. Гидрологи и спасатели только составляют прогнозы, а между тем в населенных пунктах проводят необходимые профилактические мероприятия. В Аскейском районе развернулась настоящая спецоперация по противодействию грядущему паводку. На реке есть. С помощью грузовиков и экскаваторов прокладывают траншеи. Это должно помочь свободному ходу воды и сдержать подъем уровня. Подобные мероприятия параллельно ведутся близ сел Полтаков, Печень и Усташты. По оценке республиканского МЧС, на данный момент паводковая ситуация в Хакасии спокойная. На территории республики ситуация не является сейчас какой-либо сложной, какой-то экстраординарной. То есть это все мероприятия, которые проводятся у нас ежегодно, плановые мероприятия.